Любой момент, когда ты можешь остановиться, выдохнуть и посмотреть в глаза вечному, очень ценен. Наш город Санкт-Петербург – это уникальное соединение настоящего и прошлого. А Эрмитаж – сердце этой истории. Мне очень нравится бывать в Эрмитаже. Здесь какая-то совершенно особая атмосфера. Атмосфера культуры, общения с прекрасным. Когда бываешь здесь, ты можешь как-то преобразиться, подумать о самом важном в твоей жизни. Мы не художники, но тоже можем оставить свой след в истории. Бейкер Маккензи уже более 25 лет работает в Санкт-Петербурге, и нам было важно выразить городу благодарность. И поэтому мы с большим удовольствием приняли предложение поучаствовать в восстановлении этой великолепной картины «Лютнист Караваджо». Притягательная сила картины, единственной картины Караваджо, представленной в России, «Юноша с лютней», воздействует на зрителя как чудо. Произведение и при первом взгляде, и при длительном созерцании вызывает ощущение утонченной красоты и внутренней свободы. Все подчинено одной общей идее – языком живописи воспеть истинную природу прекрасного в ее обыденной повседневности. В каждой детали сокрыто что-то важное, даже в нотах мелодии, которую играет герой шедевра. Это мадригал «Voi sapete che io v'amo» – «Вы знаете, что я вас люблю». Многие вещи называют шедеврами. Ну, наверное, шедевр в какой-то степени стал уже затертым словом. Но когда ты смотришь на эту картину, ты сразу понимаешь, что ты находишься рядом с шедевром мирового уровня. И мы чрезвычайно благодарны Государственному Эрмитажу за то, что он помог нам поучаствовать в этом процессе. Юноша, играющий на лютне, переполнен чувственностью, а все детали подчеркивают, насколько сильны гармония, любовь и красота юности. Но художник не забывает напомнить о том, что время не стоит на месте. Еще мгновение, и фрукты и цветы завянут. Поймай момент. Время не пощадило и саму картину. За 400 лет с ней произошло множество изменений. Она тускнела. В разное время, умело и неумело, ее покрывали слоями различного лака. Струны лютни стало почти не различить. Успеть сохранить то, что можно сохранить. Важная задача не только в деле реставрации картин. И сейчас это не работа одного мастера. В этот шедевр вложили свой труд десятки других людей, профессионалов, мастеров своего дела. Тех, кто верит в вечные идеалы, которые дарят нам искусство. Тех, кто верит в то, что сложные вещи могут быть рассказаны простыми словами. Сегодня все увлечены новыми технологиями, инновациями. Но постичь будущее, принять его, невозможно, если ты не понял прошлого. Это культура, это традиции, это идеи, которые были созданы человечеством. Вы только представьте себе, что вот эту вот картину, отреставрированную при нашем участии, при вашем участии, будем видеть мы, будут видеть наши дети, дети наших детей. И это прикосновение к вечности. Вечность, которая проходит мимо нас, время, которое течет мимо нас. И мы еще раз хотели выразить признательность не только Государственному Эрмитажу, но и вам, как нашим клиентам, которые помогли сделать это большое дело. Картине Караваджо 500 лет, нам всего 25. И сразу, когда смотришь и сопоставляешь эти вещи, начинаешь понимать, что как много еще впереди. 25 лет мы живем и работаем в Петербурге. 25 лет Петербург дарит нам возможности, людей, клиентов, встречи, проекты. 25 лет мы безмерно благодарны. Voi sapete che io v'amo. Вы знаете, что мы вас любим.